Теперь о кризисе с мигрантами в Европе. Настоящий бунт устроили беженцы, прибывшие в Венгрию. Этой ночью около 1000 человек прорвали оцепление и устроили стычку с полицейскими. Беженцы отказались отправиться во временный пункт размещения, боясь, что их оттуда не выпустят, и они не смогут добраться до более богатых стран ЕС. В результате некоторые вовсе разбили нелегальный лагерь в нейтральной полосе между Сербией и Венгрией. И между тем разразился скандал вокруг венгерской журналистки, которая освещала события на этой границе. В сети появились кадры, как женщина-оператор сначала ставит подножку нелегалу с ребенком на руках, а потом ногой грубо пинает девочку-мигрантку. Случившееся вызвало волну возмущения со стороны интернет-пользователей. Известно, что журналистку уволили.